Кремлевский диктатор снова пытается шантажировать мир ядерным оружием. Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Более того, Путин поручил Минобороны и Росатому обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора. Нет, а именно приостанавливает свое участие. Чем это решение Путина грозит миру? Может ли начаться новая холодная война и гонка вооружений? Если гонка начнется, кто в ней будет победителем? Приостановка участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях – на первый взгляд серьезный и настораживающий шаг. Многие эксперты считают, что это самая сильная эскалация международной напряженности с начала российского вторжения в Украину. Но в то же время никто не верит, что это приведет к началу гонки ядерных вооружений. Заявление о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях имеет две цели. Одна – это работа на внутреннюю публику. Это нужно показать, что Кремль способен на резкие, решительные, смелые действия. А с другой стороны, это сигнал Западу. Это отображение вот той же реваншистской ностальгии, желание Кремля вернуться в 1945 год в условия Потсдама и Ялты, когда Иосиф Сталин сидел за одним столом и был равным президенту Соединенных Штатов и премьеру Великобритании. И они вместе могли чертить новые границы Европы, новые границы мира. Хотя, конечно, последствия могут быть. Стороны перестанут контролировать друг друга. В итоге это может привести к тому, что каждая из сторон втихаря будет наращивать собственные ядерные силы. Будет фантазировать, что творится у потенциального противника. Вот эта формулировка странная очень, которую использовал Путин. А потом еще, помню, на следующий день МИД России, он расшифровал. Она, по сути, сводится к тому, что Путин просто сотрясал воздух. Это нужно было, наверное, как, скажем, элемент, когда все должны были захлопать и вроде как сказать, что он опять вернул свою маскулинность, и он очень классный и хороший. Поскольку МИД четко сказал, что фактически речь идет о том, что Россия не будет выполнять какие-то положения. То есть они подчеркнули, что Российская Федерация не выходит. Ну, а выйти это что значит? Это нужно проголосовать, ну, остановить его, выйти из него, то есть проголосовать. Есть соответствующая процедура, через которую должно все это было пройти. Она сказала, что Россия оставляет за собой типа право не исполнять некоторые положения. Договор о стратегических наступательных вооружениях больше 10 лет был важнейшим стабилизатором в российско-американских отношениях. Сначала его подписание в 2010 году считалось главным достижением эпохи перезагрузки при Бараке Обаме. Потом в 2021 году быстрое продление договора до 2026 года в первые недели президентства Джо Байдена давало надежду на то, что при всех разногласиях между Москвой и Вашингтоном никакая из стран не перешагнет черту, но надежды не оправдались. Проигрыш в холодной войне высадил российских представителей из высшей лиги политики и приглашали в большую семерку. И был период, когда семерка была восьмеркой. Но они сами на самом деле не показали свою готовность, способность к тому, чтобы на равных работать с лидерами цивилизованного мира. И после этого высадили, семерка опять стала семеркой. И таким образом вот заявка, что мы приостановим договор о ядерном оружии, это вот напрашиваются на некий диалог. Потому что кроме как о ядерном оружии, Западу с Россией говорить уже не о чем. Уже не нужно российский газ, российская нефть или вообще что-либо от России и от Кремля. И поэтому это последний козырь. А вот у нас есть ядерное оружие. Вот позовите нас за стол переговоров и договоритесь с нами о чем-то. Но не зовут. Причины приостановки участия России в ядерном соглашении чисто политические. Это ответ Кремля на поддержку Вашингтоном Украины в войне против России. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации.
Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто. В Москве посчитали, что сохранение договора о стратегических наступательных вооружениях крайне важно для США. Поэтому Вашингтон при угрозе потери этого соглашения задумается о снижении уровня военной и экономической помощи Украине. Правда, этот расчет оказался ошибочным. На визит Байдена в Киев, который стал для него неприятной неожиданностью, а в условиях его имперского мышления это прям такой подщечины. Вот, ему нужно было бы как-то реагировать. Вот. И я думаю, что он там ломал голову и его там советники для того, как вот что-то можно сделать, чтобы что-то сделать, но чтобы что-то и не сделать, чтобы не было последствий от этого. Вот, поэтому я думаю, они. Ну, во-первых, почему договор этот? Это был первый договор, который подписал Байден, когда вступил в должность президента. Это было продление вот этого договора об ограничении стратегических, да, вот этих наступательных вооружений. С Российской Федерацией они его пролонгировали. Вот. И поэтому, ну, это как, скажем, такой момент, который может использовать там оппозиция против Байдена. И все такое. После того, как год назад Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину, президент Байден сразу обозначил, что одна из важнейших целей Америки в этом конфликте – недопущение прямого столкновения США и НАТО с Россией. Кремль это понимает, поэтому и не вышел полностью с договора, а только приостановил участие в нем. Таким образом, щупает почву, какой будет реакция Запада. Если этот договор был подписан в 2020 году, то где-то начиная с 2021 года, вот как раз это когда обострение у Путина, наверное, началось, правильнее так говорить, они перестали допускать наблюдателей. И поэтому они уже начали нарушать положение этого договора. Поэтому абсолютно ничего не поменялось и не поменяется. То есть это такой был, это даже не блеф. Ну, блеф это, знаете, когда там остается непонятным, будет там что-то задействовано или не будет, там, как он себя поведет. Это исключительно необходимость перебить, скажем, вот этот визит Байдена и, скажем, те заявления, которые звучали в поддержку Украины. Вот и все. Именно поэтому Москва до момента истечения договора продолжит, как разъяснили в МИДе, неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения. Более того, будет и дальше информировать американцев о пусках баллистических ракет в рамках Советско-американского соглашения 1988 года. Война с НАТО, Россия с НАТО, будет очень скоротечна. Вы даже не успеете до военкомата добежать, потому что настолько она быстрая будет. Поэтому я более чем уверен, что Российская Федерация не потянет всю эту историю. Поясню почему. Вот этот вот договор, да, вот СНО, да, сдерживание наступального вооружения, СНВ, да, СНВ-3, был подписан еще Бараком Обамой, Дмитрием Медведевым, выстрадан, выплакан, отмучен, долго мучились, долго сражались за него, чтобы там сбалансировать там хотелки, вывести на уровень там 1550 боеголовок у каждой стороны, какое-то количество ракетоносителей. Россия хотела больше эту цифру. Они выстрадали такой момент, идентификацию делать каждой боеголовки. Не просто носитель, а именно каждой боеголовки. У нее был уникальный идентификационный номер. То есть можно было отслеживать, где она как находится, то есть, ну, следить за ее текущим состоянием. Кремль рассматривает ядерные арсеналы США, Франции и Великобритании как единый кулак против России. По логике кремлевских шавок, все, кто поддерживает Украину, будь то поставками оружия или финансово, это враги России. Безусловно, с особым вниманием будем следить за тем, какую линию и какие решения в этой области принимают Лондон и Париж, которые больше не могут даже гипотетически, теоретически рассматриваться как какие-то факторы, находящиеся несколько в стороне от российско-американского диалога по контролю над ядерными вооружениями.
У нас с американцами этого диалога нет, и неизвестно, возобновится ли он. Но с точки зрения военного планирования, анализа той ситуации, в которой Россия находится по обеспечению ее нашей собственной безопасности, пренебрегать британским и французским потенциалом невозможно. Это теперь будет рассматриваться в совокупности с американским как единый кулак, направленный против России. До начала прямой агрессии Вашингтон очень аккуратно и дозированно выделял Украине военную помощь. Были сомнения, смогут ли украинцы не то чтобы победить Россию, а хотя бы продержаться на поле боя. Однако украинские успехи и российские провалы подтолкнули США и их союзников гораздо более активной помощи Киеву. Фактически с провала специальной военной операции в Украине и с тем, что Российская Федерация уверенно приближается к проигрышу в войне, в том, что мы открыли многие, скажем, такие запреты, которые были ранее, на поставку вооружения и, скажем, наше устремление, вступление в Европейский Союз, мы стали ассоциированными членами, расширение партнерства с НАТО, которое там произошло, много, это же все же тоже очень серьезные такие там красные линии были для Путина, но, скажем, ничего не работает, а тоже, я думаю, очень серьезный удар по его авторитету, это была его реакция на тот процесс, который, я думаю, к лету уже закончится, это вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Ну, это очень серьезно. То есть после заявления, контраст, да, помним, заявление, это кто был, Рябков, да, замминистра Лаврова, начал рассказывать, что НАТО должно убраться на границе 97-го года, да, стуча там туфлем, да, как там говорят еще там Кузькину мать. И в конечном итоге все произошло ровно наоборот. Весь мир столкнулся с проблемой нечеткости тех красных линий, которые обозначал Кремль с начала войны. Путин предупреждал, что любое вмешательство западных стран в войну будет грозить им необратимыми последствиями. И напоминал о наличии у России ядерного оружия. Дипломаты не раз говорили, что конвои с иностранным оружием могут стать легитимной целью для российских ударов. Конечно, мы наблюдаем за тем, как на Западе развиваются дискуссии о дальнейшем накачивании Украины все более и более серьезными вооружениями, включая наступательные вооружения. Конечно же, мы все это видим и не просто наблюдаем, но принимаем необходимые меры для того, чтобы не допустить дальнейших попыток превращать Украину в еще более острую угрозу для нашей безопасности. Проведя псевдореферендум на захваченных украинских землях, объявляя об аннексии оккупированных территорий Украины в сентябре 2022 года, Москва рассчитывала, что этот факт охладит пыл противников. Ведь теперь боевые действия проходят на землях, которые в теории прикрыты российским ядерным зонтиком. Однако украинцев это не остановило. Наоборот, осенью они провели успешное контрнаступление при той же масштабной поддержке Запада. Шаг за шагом украинцы, США и их союзники аккуратно тестировали, а затем сдвигали нарисованные Кремлем красные линии. Путину очень сложно кого-то чем-то шантажировать. Но вы очень правильно подметили то, что газ, да, это первый момент, что вот, значит, Европа замерзнет и так далее. Ничего не сработало, произошла диверсификация, Россия потеряла рынки. Потом же они пытались, значит, вопросом ядерной безопасности. То или, ну, там, применение, применение оружия, потом то грязную бомбу они пытались, значит, создать руками, типа, а-ля украинцев, которые готовы там сделать. Ну и так далее. Очень много всего было. Вот тоже, да, это можем говорить красные линии, а можем говорить, что это вот эти элементы какого-то шантажа. Но оно настолько все сделано, скажем, было топорно, оно настолько было сделано так, что, ну, скажем, эти угрозы и шантаж, они перестали работать. То есть фактически Российскую Федерацию ее в многом чем перестали бояться. И бояться того условного потенциала, даже там ядерного, который у нее есть, который она может использовать. И это, наверное, самое страшное для Путина. В итоге в Москве прибегли к традиционному шантажу.
Но на кону стратегическая стабильность и безопасность всего мира. Президент Джо Байден считает, что Путин совершил большую ошибку, приостановив участие России в договоре. Однако он не думает, что тот решится применить ядерное оружие. Это очень слабое поле для шантажа со стороны Путина. Я опять же уверен в том, что это было с перепуга сделано. Вот он судорожно смотрел, как Байден под звуки сирены ходит по Киеву, приехал к Зеленскому, когда какой Зеленский молодец, потом еще выступил в Варшаве. Его это выступление там раз 13 он вспомнил Зеленского и столько же Украины, ну в контексте, ну и про Украину. То есть это было, скажем, центральное у него выступление. Поэтому и Путин думал, что же ему сделать, что же ему сделать. Но на поле боя он не способен ничего. Да? Организовать обстрел, он прекрасно понимает, что это все кончится пшиком. Даже после того, как Байден поедет, ну, мы же помним все эти обстрелы, которые были, скажем, до этого, и насколько мы уже эффективны, насколько эффективно наше ППО. Вот. Поэтому Нот подумал, что вот это будет, наверное, хорошая идея. А почему? Потому что другого ничего нету. Других инструментариев нету, там, шантажа. И поэтому вот он сделал это заявление. Российская приостановка участия в договоре вряд ли повлияет на готовность США и дальше поддерживать Украину. А вот ухудшить долгосрочные стратегические перспективы самой России вполне может. Тем более, что Россия уже истощена войной. Она изгой для цивилизованного мира. Новой ядерной гонки не будет, потому что нет ресурсов, нет технологий ни у одной из сторон для того, чтобы там перевести все ядерное вооружение на следующее поколение. Станет ли мир отвечать на это? Да, но ответ будет от Запада. Мы не поняли, что случилось. Мы вообще не собираемся как-то изменять свою позицию. Ответ Китая и глобального юга будет в том, что не смейте не то что применять ядерное оружие, а даже угрожать его применением, потому что даже этими своими угрозами вы расшатываете экономику мира, вы вредите всему миру. И поэтому этот аргумент не работает. Хотя, конечно, угрозы применения неконвенционального оружия, к сожалению, остаются в связи с неадекватностью тех персон, которые имеют доступ к ядерному чемоданчику. Во время своего обращения к Федеральному собранию Путин сказал, что Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, но пообещал первым это не делать. Правда, слова кремлевского диктатора ничего не стоят. Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. В том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть. Мы просто должны понимать, что вот этот СВО, договор, значит, он выгоден всем. Он выгоден России, он выгоден Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что это позволяет, скажем, контролировать друг друга и не тратить огромные средства на пополнение ядерных арсеналов. Да, возможно, этот договор его стоило бы, и есть, возможно, такие желания его пересмотреть и со стороны России, не отказаться от него, опять же, пересмотреть с точки зрения того, чтобы добавить туда других игроков. Ну, чтобы это было не только договоренность между Соединенными Штатами Америки и Россией, чтобы это были договоренности, в которые входили другие ядерные страны. То есть Китай, там Британия, Франция, Индия, ну, Пакистан, возможно. Ну, в общем, его там вот расширение с точки зрения вот этого, скажем, сдерживания, то да, это есть в этом интерес. Но для того, чтобы с него выйти и полностью его, скажем, закрыть, это невыгодно никому. Если даже гипотетически представить, что начинается новая холодная война, Россия и США начинают гонку вооружений, кто будет лидером, а кто окажется аутсайдером? Война в Украине показывает, насколько Россия технологически отстала. На стороне американцев огромный военный бюджет и научно-технологический потенциал. А что имеет Россия? Коррумпированный военпром, разбежавшихся по миру специалистов. Российская Федерация, мы должны понимать, они ресурсно независимая страна. У них есть все.
все, что нужно. Газ, нефть, никель, хром, уран, технология двойного, да, и низкообогащенный, и высокообогащенный, и все остальное, есть все. Но технологий нету. Вот технологически они серьезно уступают Европе, Китаю тоже, и только в кооперации с другими странами вот импорт технологий был для России крайне важен. Они бы ничего не могли создать, никакие а-ля свои ракеты, которыми не сильно гордятся, если бы не технологии, в том числе с Франции и Германии, из других стран. 20 февраля, когда президент США Джо Байден под звуки сирен гулял Киевом, Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Но запуск был неудачным. До этого Россия уже проводила успешные испытания «Сармата». И если бы на этот раз все прошло удачно, то Путин заявил бы об этом в обращении к Федеральному собранию. Он даже слова не проронил. Они могли готовить эти испытания с точки зрения показать свою силу. Ну, грубо говоря, они, может, там знали это, да, приблизительно. Или думали о том, что вот там Байден может сделать какое-то выступление, он же поехал в Европу, турне, и там встретился бы с Зеленским на границе. Я не думаю, что они сильно думали, что он там в Киев прям приедет, но в любом случае они там пытались там подгадать, допустим, приблизительно даты испытания оружия. То есть тут вот, значит, Байден приехал, а Путин в своем вот этом выступлении рубит и говорит, а вот мы испытали «Сармат», картиночку бы какую-то там показал и так далее, что она там все там супер-пупер и так далее. Ну, случилось не так, как бы хотелось, и очевидно, что была действительно утечка, потому что эта информация, она так прокатилась, вот, да, ее там никто не комментировал официально и так далее, но уже достаточно много подробностей известно, да, то, что там вторая ступень не сработала, работала и так далее. Вот, поэтому, ну, скажем, хвалиться особо, скажем, не было чем. Побочным эффектом от выхода России из договора о стратегических наступательных вооружениях будет еще и дополнительная милитаризация американской экономики. Теперь у лоббистов американского ВПК могут появиться дополнительные аргументы для увеличения бюджета Пентагона. Ресурсы нужны будут не только на поддержку Украины и Тайваня, но и на стратегические цели – сдерживание ядерного безумия кремлевского диктатора. В то же время Кремль и его пропаганда будут говорить о российских псевдодостижениях. Мол, они готовы доставить ядерные боеголовки в любую точку мира через Северный или Южный полюс. В реальности ракеты будут падать в нескольких метрах от пусковых установок, как это сейчас происходит с ударами по Украине. С 11 запущенных ракет 10 упали на территории России, но это были обычные зенитные ракеты. А «Сарматы» должны нести ядерные боеголовки –